Открывая дачный сезон, надо помнить об основных правилах пожарной безопасности. Во-первых, на даче обязательно должен быть огнетушитель. Если же нет огнетушителя, на участке должна быть бочка на 200 литров. А вот сжигание веток и приготовление пищи на открытом воздухе строго запрещено. Первым нарушителям уже выписывают штраф в 2000 рублей. Пояснения какие-то можете дать? Да нет, а где пояснения? То есть вы вину признаете свою? Ну, жёг ветки. Свою вину Вячеслав признает. Да и обжегся законом впервые. Ветки это просто за долгий-долгий год накопился. Это как-то такую тему. Обычно, как все говорят, в бане тоже сжигал, да. Ежедневные рейды по дачным участкам сотрудники МЧС проводят с 1 апреля. Это случай правонарушения в авиастроительном районе 1. Остальные пока на жареном не попадались, но памятки с противопожарными правилами раздают всем. С 1 апреля 2020 года введен особый противопожарный режим, в условиях которого запрещается сжигание мусора, сухой растительности. Конечно, нужны. Нас ведь надо обязательно учить, предупреждать. Под строгим контролем садовое товарищество на 320 участков держит Галина Малмыцкая. За 19 лет руководства 2 возгорания. Считает это достижением. Для пожарной безопасности на территории установили новую емкость на 50 кубов. Однако построили ее не по правилам, возмущается председатель. Установили на новый бак, но неправильно положили трубы. Она не соответствует нам, как нужно нам. Пожарная, если, не дай бог, заедет, все тут нарушит. Трубу надо передвинуть. Несмотря на нарушения, штрафовать их не стали. Во-первых, есть емкость старая и до сих пор действующая. Во-вторых, она в 3 раза больше. С 1 апреля 2020 года по 30 мая 2020 года на территории города Казани введен особый противопожарный режим. Также с 10 апреля по 17 мая на территории всей Республики Татарстан будет введен особый противопожарный режим. За 3 месяца этого года в Татарстане зафиксировано уже больше 1000 пожаров. 41 из них в Казани. Наталья Мезина, Алмаз Зидинов, ТНВ, Казань. Йос йохши хабарлар алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән «Жылы излежоннар» фильмын кабат карарга тилисезме? Күп санлы тамашачылар сорау буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.